На Тековском хлопчатобумажном комбинате VIP-гость, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов с Ивановской областью работает тесно. В регионе бывает часто. Цель визита – обсудить итоги работы текстильной и швейной промышленности в 2018 году. Но для начала небольшая экскурсия по предприятию. В прошлом году здесь установили новую печатную машину. Свою функцию она выполняет качественнее предшественницы и, что немаловажно, шустрее. Быстро меняет рисунки. То есть смена рисунка происходит примерно за 15 минут. В сравнении с машинами прошлого поколения мы меняли рисунок примерно час-полтора часа. И тиражность рисунка мы можем печатать сейчас от 1000 метров. На машинах более раннего типа желательно печатать не менее 3 километров для того, чтобы не было много брака на оборудование. В текстильной и швейной промышленности задействовано 270 предприятий Ивановской области. Производством текстильных изделий занимаются 24 тысячи человек, одежды – 7 тысяч. Около 85% по оценкам экспертов хлопчатобумажной промышленности сосредоточены именно в нашем регионе, поэтому важно понимать, как чувствуют себя предприятия, какие меры поддержки нужны, как работают меры поддержки, которые уже приняты. Повышение конкурентоспособности, выход на импортозамещение, наращивание экспортного потенциала – вот три вектора развития легкой промышленности. А для этого нужно инвестировать и в новые технологии, и в новые кадры. Каждое предприятие развивается в своем темпе по мере возможностей, но текстильщики подчеркивают – плечо Минпромторга чувствуют. Это можно отвести и льготные займы, кстати, из которых где-то по итогам работы Фонда развития промышленности где-то 1,7 миллиардов рублей получили предприятия именно Ивановской области. А общая сумма проектов Ивановской области, которые участвуют в этой программе, более 4 миллиардов рублей. Программа по поддержке легкой промышленности работает не один год. И появилась она благодаря совместному мозговому штурму государства и текстильщиков. В ближайшее время в системе грядут изменения. Отдельных мер поддержки для легкой промышленности уже с 2020 года, скорее всего, не будет. Вы знаете, сейчас принимается решение о единых субсидиях, единой программе поддержки конкурентоспособности. Но при этом Легпром все-таки та отрасль, которая всегда заслуживает отдельного внимания, и кое-какие такие небольшие преференции мы все равно для наших предприятий оставим. Определенные все-таки специальные такие меры поддержки, они, я думаю, что будут существовать, об этом мы, наверное, поговорим позже. Серьезный конкурент сегодня – Узбекистан. Там себестоимость продукта дешевле, чем у нас, потому что послаблений со стороны государства больше. Ивановские производители в связи с этим у профильного министерства просят субсидию на единый социальный налог и ограничение роста тарифов на электроэнергию. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейково.